пришла я, короче, как в сказку попала, а двери дома моего закрыты оказались. Чё, как вам такое? Как вам преображение лисы беганутой? Вообще жесть. Красота. Слушайте, красота — страшная сила, я думаю. Все-таки страшная сила. Да? Че, устроим в пати? Устроим пати в этом самом, в подъезде, в пати. Он по моему подъезду, блядь. Короче, дело к ночи. Гляньте, велик стоит чей-то. Ё-моё. Короче, расклад такой. В Брянске работы нету. Нет работы в Брянске. Пойду полы мыть, пойду подъезды мыть. Ребят, будете смотреть, когда я буду выкладывать вам истории. Беганутая лиса, такая тёлка охуенная, подъезды моет. Да. Потому что если я пойду работать по диплому, то я думаю, что меня прикроют точно за мой блог. А от блога я своего отказываться не хочу, поэтому девушкам я волосы отказываться не хочу. Восстанавливать жопу, я показывать свою не перестану. Ну, какой, вы как думаете, воспитатель, который жопу показывает, это как вообще, это воспитатель? Или это все-таки проститутка? Я, слушайте, я помню, короче, я вам такую сейчас фигу расскажу. Я помню, у меня мамочки, когда я работала воспитателем, ну, те, которые свою жопу тоже фоткают и в инсту скидывают, а еще там рогатки раздвигают, на шпагаты садятся. Так вот, они, когда я сняла видео с закаливанием, в реке я купалась, я вам по секрету скажу, они меня обсудили, там кошмар просто. Там было шоу, шоу мозгон, там было шоу под названием «Проститутка, как могла, блин, в реке искупаться? А как ты, блин, могла на шпагат садиться, раздетая на фотографиях, и ребенка ко мне приводить?» Да, ну родителям там можно, слушайте, мы же святые, родители же идеальные, у нас мамочки большинство просто с пивасиком, там, с херасиком, тоже жопку в Инстаграм, и эта тёлка идеально, она не шлюха, она замужем, ей муж разрешил. Но есть такая тема, ребят, согласитесь. А если женщина свободная и выложила жопу в Инстаграм, значит, она проститутка. А я, сука, блядь, идеальная. Я вот верная жена. Я жена. Ну, знаете такое? Наблюдаете такую картину? А есть такие жены, что ого-го жены, блин, очередь стоит, пока муж на работе. Есть же такие жены. ХЗ, ХЗ, ребят, ХЗ, не знаю, короче. Хочу жить душой. Все, педагог-психолог, учитель, пойду мыть полы. Все, решено. У нас уборщица в городе, в нашем, больше получает, чем я, блин.
У меня первая зарплата была, знаете, сказать вам, какая у меня зарплата была в школе первая моя? 7 000 рублей, вы представляете? А знаете, сколько уборщицу получает? 12 000 рублей. О! Зашибись, да? Виктор, я вас, наверное, разочарую, но у меня все, все мои женские органы, они заблокированы небесами. Я уже ни с кем спать не буду в своей жизни. Да, я лучше пойду уборщицей, полы помою, чем с каким-нибудь мужиком пойду в кино или в ресторан. Нахрен они мне нужны, не хочу. Извините. Извините, ребята, но не хочу. Короче, буду снимать новое кино в прямом эфире. Все решено. Беганутая лиса ночью бегает, днем жопу фотографирует, а утром полы моет. Ну, в прямом смысле, мне не хочется. Я уже 3 года без отношений. Все. Я и не хочу больше, у меня не будет ни с кем отношений, ребята. Я не феминистка, я просто решила, и у меня нет желания. И что вы сделаете с человеком, у которого нет желания? Ну, может быть, у меня реально крыша поехала, я не знаю, крышак съехал. Но у меня нет желания ни с кем никаких отношений иметь. У мужа я бывшего своего люблю, забыть не могу, но и даже с ним мне не хочется. Поэтому растим волосы до пят. И наслаждаемся одиночеством. Все, короче, ребятки, напишите вам мне в личном сообщении, нужен вам эфир еще или не нужен. Если нужен, пойдем куда-нибудь поговорим, поржем. А сейчас уже вот выключаюсь. До новых эфиров.